О, нифига себе, Brain Dead и Куплинов. Зашибись. Так, лучший влогер? Уважаемые авторы данной игры, Brain Dead и Куплинов не влогеры. Небольшая поправочка такая, если вы не знали. Это кто вообще? Кто это награждает? Пьер Нарцисс, что ли? Я понять не могу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы возвращаемся в Troll Face Quest видео Memes. Это у нас последняя серия. Четвертая, блин. На 4 серии все это дело растянулось. Нифига себе. Ну, правильно, тут много уровней, ничего не попишешь. Плюс не каждый из них проходит сразу, поэтому давайте. Переходим к делу. Вот на этом я остановился в прошлый раз. Двое замечательных, милых, обаятельных детишек, у одного из которых единственный зуб. Бедняга, как же ты вообще живешь? Как же ты кушаешь? Наверное, тебе через трубочку кормят ректальным способом. Не знаю, давайте пробовать что-то делать. Ага, получается, появляется у нас вот такая вот кассетка, мы можем крутить. Как это не... Почему не пройдет? Появился Troll Face. Игра называется Troll Face Quest. Если появился Troll Face, это должно быть хорошо. Ладно, окей, игра нам говорит, что это неправильно. Давайте в другую сторону крутить. Телефон. Опять Troll Face. Что ж ты будешь делать? Значит, у нас варианты. Телефон, кассета и Troll Face. Ну, давайте попробуем телефон, и кто-нибудь из вас позвоните. Позвоните своим родителям и скажите им, что вам срочно нужно к стоматологу, молодой человек. У вас всего один зуб. Ну, мне не абсолютно ни хрена не понятно. Я везде уже класс. Вот, смотрите, у него, оказывается, зубов-то много. Чё-то только один выставляешь. Давай, продемонстрирую голливудскую, мать её, ухмылку. А если туда-сюда? Вот так. Чтобы они лопнули нахрен от смеха. Послушайте. Да, так оно и есть. Отлично. Я сам догадался, ребят. Я никуда не подсматривал. Просто делать больше абсолютно нечего. Все, они... стали настоящими трололо. И теперь они все заодно. Замечательно просто. Вот оно как, значит. Это у нас, я так понимаю, сатира на летсплейщиков по Майнкрафту какая-то сейчас будет. Потому что я вижу квадратное дерево. Ну и что? Так, окей. О! Так, подождите. Что за... Что, что такое? Я не... Чё ржёшь? Еще раз. Так, потом, помимо этого, надо еще где-то вызвать такую же розу, да? Опять его что-то плющит. Его плющит каждый раз, когда я вот эту хрень открываю. Подождите, на здание. Во! Во! Отлично. И тут, и где еще? Вот здесь где-то? Давайте, еще одну рожу надо найти. Я уверен, у нас мы сможем. Да! Да! И на воде давай. На воде, наверное. Покажи мне пальцем, куда клацать. Ты же знаешь, ты тут свой, наверное, уже. Я вижу, что ты с этими ребятами спелся хорошо, наверняка. Блин. Куда? Вот, блин, уровень не пройден, да что ж такое. Так, еще раз. Раз. Два. Теперь здесь. Давайте, здесь клацаем. Я помню. Да заткнись ты, здесь клацаем, да, отлично. Раз, два, три, четыре рожи у нас есть. Осталось... Вон, наверное, вот тут. Конечно, я как-то вообще вот эту стену просрал тупо. Ну и что? О, глянь, так... Фу, блин, а к чем прикол? Я поубирал все рожи, а потом класснул по этой сране, и она долбанула ему по голове. Да, смотрите, сразу мы этого сделать не можем, но как только мы открываем всех... Заткнись, мудак. О, а вот теперь можем. Теперь можем. Видимо, во время того момента, наверное, как он ржет вот так вот по-дебильному, мы можем по нему хорошенечко долбануть. Ну окей. А, так, значит, единорог, троллфейс, товарищ троллфейс и товарищ единорог. И я чувствую, что, судя по взгляду единорога, единорог недоволен тем, что перед ним стоит товарищ троллфейс. Вообще. Все может закончиться тем, скорее всего, что товарищ троллфейс своим несчастным троллфейсовским очком сядет на рог единорога. Мне кажется, будет так. Ну давайте смотреть. Вот, смотрите, другой единорожек ему уже предлагает. Наклоняйся, троллфейс, да? А ну, садись на него, погнали. Давай. Ты что на меня уселся, Мудин? Я тебе сейчас очко пробью. Да, наверное, что-то в этом роде. Ну, судя по взгляду, он ничего хорошего он не говорит. А ну, давай, вот так. Ля-ля-ля-ля. Давай его раздражай. Ля-ля. Давай, ля-ля-та-ра-та-та-ра-т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 а-
раз, 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 раз. Не, ну мы так ничего ни до чего не дойдем, ребят. Надо все-таки придумать. Давайте еще раз. Ага. То есть, смотрите, когда вот эта штука повернута кверху, он говорит. А когда она повернута к низу, он на него прыгает.
Не понял. Почему она на него то прыгает, то не... Я не понимаю, подожди. А ну, а вот так. Хоп-хоп, да, давайте. Поехали. Поехали, лошадочка. Да что ж так, я что-то не вы... Я что-то вообще не могу. Чё ржёшь? Дам-дам-дам-дам. Опять дам-дам-дам, да твою мать. Интеллектуальный диалог, очень, очень утонченный, вы знаете. Просто как лучшие беседы на, не знаю, на передачах Познера даже такого не услышишь. На передачах какого-нибудь Соловьева, дебаты. То есть, ну, вот это все вот, учитесь искусству демагогии, искусству полемики, ребят. Только так и никак иначе. Нет, я уже, честно, я уже их слушаю от безысходности, потому что я правда не знаю, что делать. Я перепробовал все варианты. Тут, наверное, есть какая-то скрытая срань, которую не видишь невооруженным глазом, но... Если все проклацать, наверное, дело вообще не в этом сраном рычаге и не в этой коняке. Ну, вот я же нажимаю, ну давай же, зажмем, может. Если зажмем, что-то будет. Нет, ничего не будет, я пытаюсь. О! Я просто зажал и протянул, получается, вот так, вот в таком направлении. Хорошо. Да, вот оно решение, ребят. Вот оно решение. О, смотрите, 6 новых уровней. То есть я так понимаю, что все старые я уже прошел. Но! У нас же есть еще, смотрите, выбор уровня. 6 новых уровней, это, конечно, хорошо, но у нас еще есть бонус уровни. Давайте-ка посмотрим секретный вот этот вот, с птичкой. Так, это что, опять как какой-то, какая-то пародия на какого-то летсплейщика, да? Ну, если окошко внизу. Так, птичка. Замечательно, спасибо тебе, птичка огромная. А, ну, по крайней мере, на другого уже насрал, хотя бы дискриминации нет, это рад. А, надо, чтобы она насрала на... Так на него насри, вот он ржет над всеми. Вот смотрите, а на этих нельзя. Так, а задача наша поймать птичку. Птичка, птичка не гать. Птичка ни на кого, пожалуйста, не гать. Нет, так не получится, она должна. Птичка должна, птичка чувствует свою обязанность. Забомбардировать как минимум 3 рожи. Просто я вот думаю, может вот его как-то перетянуть к ним. Или кого-то из них к нему, потому что, ну, мне кажется, что... Уровень должен закончиться тем, что вот этому товарищу нас срут на голову. Я просто чувствую это. Это скорее всего. Поэтому как-то надо... Ты попал, приятель. У тебя не зря такой обеспокоенный взгляд. Тебя сейчас накикекают хорошенечко. Давай, птичка. Вот, я был прав. Я был прав, конечно же. Так, следующий бонус уровень. Следующий бонус уровень у нас, это, я так понимаю, какая-то пародия на фильм... Меланхолия Ларса фон Триера. По-моему, меланхолия приближается к земле. Ну, по крайней мере, мне напоминает. Хотя там они, конечно, на нее смотрели совершенно с другого приборчика, если его можно так назвать. Нажимаем. Проходит у нас, получается, ночь проходит. День наступает. Бегает какой-то троллфейс с шилом в своей троллфейсовской жопе. И... Здравствуйте. Это бобер или что? Типа, ну это не бобер, это, наверное, крот. Но, я не знаю, когда я увидел эту рожу, мне сразу вспомнился мультсериал «Крутые бобры» почему-то. И вот эта музыка. Бобры, бобры, крутые. Ну, я не знаю, в курсе кто-то сейчас про этот мультсериал или нет, он старый. Ну, не знаю, давайте так нажмем. Вот вылезло вот это. Давайте так-так-так, в сторону как-то уберем солнце. Нам нельзя, чтобы солнце вышло, я так понимаю. Наша задача, чтобы вечно была ночь. Мы такие вот полуночники, мы не любим солнечного света, судя по всему, по сюжету этой... Что это такое? Ну-ка. В чем прикол? А, надо, чтобы этот козел тут не бегал. А, я вообще... Все, я понял. Мы снимаем, типа, красивый закат, а этот придурок бегает перед камерой. Вот что тут происходит. Я вообще думал, что это какой-то чувак, типа... Блин, ну вот посмотрите еще раз. Я вообще думал, что чувак вызывает какую-то сатану или что-то, или ритуал какой-то по проведению, по вызову солнечного света. Думаю, нахрена он это делает? Солнце и так встанет в любом случае. Ну окей, давайте 6 новых уровней. Это все, что нам осталось. Итак, замечательная белоснежная голливудская ухмылка какого-то Дензела Вашингтона. Давайте посмотрим. Это что еще за зеленое говно поносное такое? То есть на него не нажимать, да? А если очечки ему... Нет? Очечки коту? Да, ну-ка. И что? Тоже не пройдено, да? Ну-ка еще раз, очечки коту. Давай. Кушай, кушай, котик. А вот эта хрень тоже коту или что? Да. И шапка. Ну-ка теперь. Офигеть.
Ужас какой-то! Ужас какой-то! Вот вы знаете, я думаю, что это видео лучший способ разлюбить котов. Серьезно, лучше не показывать это людям, которые котов любят. Это страшно. Ой, что я нажал? Не то нажал. Так, давайте следующий уровень. Это у нас Роберт Дауни-младший в мешке, судя по всему. Роберт! Это ж как тебя жизнь так потаскала, что ты в мешок забрался. Ну ладно, давайте. Водичку. Ой, раскрутилась как говененько-то. Посмотрите, как я разжирел, господи, да. Вот и надо было меньше жрать всякого, сникерсов, всякого оливье и такого прочего свиного сала. Да, я с тобой согласен, приятель. Ты действительно себя запустил. Просто реально стал как мешок с говном. Ну, ты, правда, мешок с водой, судя по всему, но мне все-таки кажется, что ты скорее мешок с говном. Давайте открываем эти двери, окна. Ну-ка, как-нибудь, может... Нет, это не работает. Я пытался зажать как-то. Не просто класс, у тебя именно зажать. Ну-ка, а если... Ага, и что? Так. Какого черта? В сторону куда-то? Да давай, полезай! Да-да-да-да! Полезай давай, тебе говорю. Вот. Да чтоб тебе, да... Я не понимаю, что надо делать? Так, еще раз, смотрите. Раз, два, три. И что? И что я должен? И что я должен теперь делать-то? Ну вот, я его пере... А, смотрите. Странно, то есть на сам вентиль я не... Ну, в принципе, да, логично. Вентиль-то мы откручиваем, а так я нажал, чтобы она его надувала. Окей, вот она его надула, он взорвался. Прекрасно. Это у нас... Кто такой? Я не понимаю. Мистер W. Мистер W, почему ты моешься в одежде, мистер W? Ты что, посмотрел фильм «Ирония судьбы» или что? И решил повторить? Ну, там у человека была стрессовая ситуация, мягко говоря. Да и одет он был покруче тебя. О! Эту мелодию я помню. Она в Troll Face Quest Video Games потом будет. Так, это подождите, это этот Рик Эстли, что ли? Это Рик Эстли, получается, в душе моется? Тогда понятно. Тогда понятно, почему он моется в одежде. Он-то наверняка в своем стильном прикиде, он просто с ним, по идее, не расстается. Тогда у меня другой вопрос, что он в таком говне сейчас? Что он надел, непонятно. Ну окей, может нам надо тут водичку как-то? Что я делаю? Я делаю неправильно, да? Я сломал тебе толчок, прости меня! Ну ладно. Подождите. Chocolate Rain, знакомая какая-то песня. Я, блин, когда-то я ее, по-моему, слышал. Я не помню, кто ее поет, правда. Ну хорошо, Chocolate Rain. Поехали дальше. Так, значит, следующий уровень, он вызывает у меня некоторые вопросы. Я... Я не знаю даже, как это все комментировать. То есть, слушай, тебя, судя по твоему взгляду, немного смущает, что твоя мама изменилась, да? Она изменилась, она что-то как-то отрастила бороду, очки напялила, и вообще у нее какой-то непонятный разрез на животе. Да, я бы тоже волновался. Чего ты так орешь, приятель? У тебя что, от этого чиха елдак там вырос или что? Я не понимаю, чего ты так разорался? Мне нравится его пугать, смотрите. Ну-ка, еще раз. Замечательно просто. Век бы этим занимался, но у меня нет века. У меня не так много времени, поэтому давайте все-таки разбираться, что тут делать. Может, решетки отогнуть, чтобы он вышел. Так я, чтобы я не нажимал. Ребят, вообще, чтобы я не нажимал, он чихает. Значит, надо, наверное, зажать. Больше ничего не остается. Я зажал левой клавишей мыши. А ну, а если часто нажимать? На рожу на твою, бесстыжую. Пугаешь ребенка, пандочку. Как тебе не совесть? О, во-во-во, смотрите, надо вот на него нажать и вот так вот крутить. И он раздувается. Блин, как тебе не стыдно? Залез в клетку к панде, ребенку панде, и вот так вот его пугаешь. Ну ты как козел ты, в общем-то. Сказать больше нечего. Так, это у нас съемка какого-то, получается, бейсбольного матча или футбольного матча. И вот у нас люди. Вот у нас люди. Это... Я правильно понимаю, что это Джексептикай и Маркиплайер? Или это слишком большое совпадение? Но они реально на них пах... Да это они, по-любому они. Так, ну, я на них клацаю, ничего не происходит. На кого бы я клацал, в принципе, ничего не происходит особо. Но, вот сюда. Вот сюда. Да хоть что-нибудь... А, это вот эти, да? Окей, хорошо. Теперь давай еще раз. Теперь эти, да? А вот эти поцелуются или нет, товарищи? Мне вот интересно. Вот эти вот. Я бы посмотрел, конечно, на такое. Да нет, на самом деле, лучше не надо. А это... Подождите. Это девушка? А, это девушка. Или это не девушка? Чё-то стрёмно. Чё-то немного стрёмно. Раз, два, и теперь, ну вот на них. Давайте на них, реально, смотрите. Я вот всё-таки... Нет, это не сработало. Это не сработало. Еще раз. Раз, так, два...
Джексептикай и Маркиплайер пустили газы. Это очень интересная ситуация, да. Интересно, они играли в эту игру? Они знают, что есть игра, в которой они оба пустили газы и распугали людей? Им бы понравилось, наверное. Ну окей, почему бы и нет? Давайте, ребят, здравствуйте. Так, о, нифига себе, Brain Dead и Куплинов. Зашибись. Так, лучший влогер? Уважаемые авторы данной игры, Brain Dead и Куплинов не влогеры. Небольшая поправочка такая, если вы не знали. Не, ну, неужели тут действительно он сейчас кому-то из них даст этот приз? Это кто вообще? Кто это награждает? Мне просто, ну, любопытно как бы. Пьер Нарцисс, что ли? Я понять не могу. Кто еще? Или кого-то из-за рубежа, там, того же Эдди Мерфи, как вот привели, чтобы он награждал. Нет, ну, все-таки... Я все-таки не верю, что это как бы Troll Face Quest. Навряд ли тут все так просто, что он там даст этот приз либо вот ему, да? Так, так, смотрите, ну-ка, я вот на Брейна навел. Так, он дал корону Брейну. Я же говорю, уровень не пройден. Вот я сейчас на Куплинова наведу. Давай, давай, награждай. О, смотрите, какой довольный. Самый мимимишный образ Куплинова, который я когда-либо видел. Ну окей, значит, тоже неправильно. Разумеется, не. А что тогда должно произойти? Наверное, я не знаю, наверное, должен Хованский с игрушечным калашником прибежать, расстрелять их с криками «Поиграй со мной!» Или как там он пел. Подожди, может быть, на тебя надеть? Может, ты лучший влогер, чувак? Может быть, в этом все дело? Я не понимаю, я клацаю, у меня не получается абсолютно. Да, подожди, я уже пробовал. PewDiePie, ну да, в принципе. Ну подождите, а как я это сделал-то, я понять не могу. Вот как вылез PewDiePie, что я нажал? Я правда не понял, я вот сейчас пытаюсь, и у меня не получается. А, наверное, надо только начать. Да, смотрите. Получается, надо начать раздавать уже награду, и тогда PewDiePie вылезает. PewDiePie, ну, понятное дело, у человека самое большое количество подписчиков на всем YouTube, поэтому ему и выдали. Нечему особо удивляться. Ну что, все получается. Пакет новых уровней пройден, бонусные уровни пройдены, обычные уровни пройдены, тролларов 270. Я просто тролларовый гений, я не знаю, у меня так много тролларов, хоть сейчас иди и покупай на них, не знаю, тролларовскую еду, которая абсолютно бесполезна. Я не знаю, что мне делать с этим жизненным достижением, делать нечего. Давайте вот, наверное, вот знаете, давайте вот на этом закончим и на фоне этого потрясающего высокодуховного, высокоинтеллектуального выражения лица с умом и, понимаете, мудростью в глазах я с вами попрощаюсь. Вот и закончилась игра Troll Face Quest Video Memes, которую я, как истинный слоупок, прошел спустя, наверное, полтора года после ее выхода, если я не ошибаюсь, растянув на 4 серии, это тоже нехиленько так получилось. Ну и на этом, в общем, все. Если вам понравилось то, что увидели, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом, всем счастливо, всем удачи, всем пока.